Привет, друзья! Вот поехала, не доехала, остановилась. Мартин пошел, мы с ним сегодня гуляем. Он пошел в магазин. А я, как вы знаете, уже боюсь при нем видео делать. Вот я поэтому... Тут мне пришло на ум одну вещь с вами обсудить. Вот хочу обсудить, пока его нет. Да и потом, там магазин довольно большой, а мне что-то туда не хочется. Короче, есть у меня время с вами поговорить, друзья. Вот что хочу сказать по поводу своего канала. Вот опять, во-первых, хочу всех поблагодарить, моих подписчиков замечательных. Вот я стараюсь на все ваши вопросы отвечать, я стараюсь вам... как-то больше информации давать, той, которую я знаю, но, как вы понимаете, иногда сложно. В общем, тем не менее, буду стараться свой канал продвигать, друзья. Вот то, что обещала, прям честное пионерское, все, я вам это так или иначе сделаю видео. Все моменты, которые обещала, я все освещу. А сегодня, знаете, что хотела с вами обсудить? Вот интересная вещь. Ой, телефон, секундочку. Ой, отвлеклась на телефон. Что-то забыла, что хотела сказать. Что хотела рассказать. Ну вот я говорю, что всех своих подписчиков я не обижу. Я вас всех помню, я вас всех люблю. Я обязательно сделаю то, что я обещала. Но помимо всего этого, вы знаете, вот хотела по продвижению канала поговорить. Вот у меня что-то в последнее время упали мои просмотры. Практически упал просмотр рекламы. Очень сильно упал по сравнению с прошлым месяцем. Я вроде... Господи, да что? Что у меня происходит сегодня? Сама нажала на клаксон, сама испугалась до смерти. Вот, вот почему я не люблю снимать вот селфи-видео. Понимаете, почему? Потому что как-то отвлекаюсь я. Не привыкла я вот так. Вот не знаю. Иногда, вот видите, начала говорить, опять забыла, про что говорила. Продвижение канала. Все у меня почему-то показатели поползли вниз. Стала смотреть, как продвинуть свой канал. Вы знаете, есть такая интересная вещь. Ну, я, конечно, знаете, не молодой блогер. Я уже говорила, что я только вот год назад свой канал открыла. И я буквально стала осваивать все эти селфи, все эти видео. Вот до сих пор не могу освоить. Я монтаж канала, монтаж видео, вот как, может быть, освою, так, ой, как говорится, планов громадье, кто бы помог бы, потому что вот я смотрю все эти раскрученные блогеры, раскрученные каналы, но они же там, я извиняюсь, целыми командами работают, притом молоденькие, что у них по миллиону просмотров, или китайский какой-нибудь канал. У него там сразу миллиард просмотров. Так их там, я извиняюсь, 6 миллиардов, этих китайцев. Прям хоть на китайском языке научись разговаривать. То есть я-то почему, ребята, друзья, волнуюсь? Потому что, как вы понимаете, работу я потеряла. У меня, в общем, как-то доходов никаких. А тут стала я разговаривать. Есть у меня такая история, что я верю во всякие потусторонние силы. Не знаю, как вы, а я так вот верю. И мне посоветовали тут одну какую-то белую ведьму. Я ей позвонила и стала с ней разговаривать по поводу своих предметов. На вот этой доске катился. Вот. И я у нее спросила, как и что. И вы знаете, вот она мне сказала, что все зависит от вас. Вы вот сами должны что-то суетиться, вот прям у вас должны вот как бы наступить улучшения, только все от вас зависит, что у вас там все, она на картах Таро еще раскладывала,
Там вот эти вот главные карты, основные, как они называются, главный регион или главный домен, не помню. Ну, короче, главных карт у меня много, все у меня замечательно, прекрасно. Вот просто я сама себе перекрываю, сама себе не даю ходу. Так вот, я думаю, значит, надо как-то поработать над этим. Вот сейчас не пугайтесь, кто смотрит мои видео, друзья. Я там написала, что наша Англия, это вам не Солсбери. Солсбери, почему? Ну, потому что решила продвинуть свой канал. Вот хоть верьте, хоть не верьте, хоть смейтесь надо мной, хоть нет. Решила продвинуть канал, потому что сейчас только и говорят все об этом Солсбери. Вот. И чтобы вот эти вот как бы слова зацеплялись, чтобы он как-то в поиске на Ютубе попадал, в какой-то хотя бы, может быть, топ, я не знаю. И чтобы были просмотры, потому что мои вот подписчики, конечно, не постоянные, которые смотрят всегда. Благодарю, я очень благодарна. А вот 2800 подписчиков у меня на сегодняшний момент. А просмотров что-то, друзья, вот 500, 400. А где остальные 2500 подписчиков? Ау! Друзья, подписчики, проснитесь, пожалуйста. Я же для вас стараюсь. А иначе нам удачи не видать. Я все как обычно, все в одну кучу. И про ведьму, и про подписки, и про продвижение канала. Ну, я надеюсь, так. Вот у меня и Мартин возвращается. Так что маленький получился у меня. Ага, маленький получился у меня обзорчик, маленький сюжетик. Но я уж не буду больше нарываться. Так что, друзья, поговорим позже. Продвижение канала. Пожалуйста, смотрите рекламу. Пожалуйста, помогайте продвижению канала. Я хоть и не молодой блогер, а давайте-ка мы утрем нос молодым. А давайте-ка мы сейчас блог пенсионерки. Бабах! И миллион просмотров. Вот так. Представляете, какой будет класс? Я шучу, друзья. Пока-пока.